Добрый день, коллеги! Меня зовут Молчанов Юрий. Меня зовут Тамара Диковицкая. Я методолог wellness и спа-индустрии по созданию, продвижению и внедрению проектов индустрии красоты и здоровья. Я основатель проекта «Оборудование для сибирского спа», автор и исполнитель бизнес-идеи «Спа-кабинет «Кедровая бочка». Я считаю, что одним из перспективных направлений оздоровления в 21 веке являются мобильные мини-сауны, изготовленные из целебного кедра. В течение 10 лет мы запустили более 2000 проектов бизнесов с кедровой бочкой по России и Казахстану, а также других странах. Мы знаем, с какими трудностями сталкиваются предприятия, которые включают в спектр своих услуг парение в кедровой бочке. Понимая, как легко и просто устранить эти проблемы, мы решили для вас сделать специальный видеокурс. Этот курс посвящен подробному анализу алгоритма по созданию бизнеса в этой нише услуг. Купив наши видеоуроки, вы получите возможность в максимально сжатые сроки построить эффективные бизнес-процессы с кедровой бочкой, которые нацелены будут на гарантированную прибыль. Присоединяйтесь к команде специалистов здорового парения и получайте знания о прибыльном бизнесе с кедровой бочкой.